Да блин, куда мои чипсы делись? Борька! Ты чё, офигел мои чипсы брать? Какие ещё чипсы? Вот эти чипсы, которые у тебя в руках! Спорим, ты дулачок? Почему это? Потому что это не чипсы, а пустая пачка от чипсов. Вот ты тупой! Борька, мамы с папой дома нет. Я тебя сейчас ударю. Я тебе сейчас этот палец... Повезло тебе. Алло, братик, что хотел? Ну да, я сейчас дома. Пойдем гулять, погода шепчет. Да я бы пошел, только родителей дома нет. А Борьку одного дома не оставить. Ну бери его с собой. Ладно, давай. И где он? Борька, ты где? Я пошел гулять, ты тогда дома оставайся. Я с тобой гулять. Шевели батонами. Да иду я, иду. Вообще-то у меня не батоны, а ноги. Давай быстрее, Борька, надоел уже. Срочные новости. Человечеству грозит опасность. На многих городах города были замечены зомби. Будьте внимательны и осторожны. И самое главное, ни при каких условиях не выходите на улицу. Интересно, а почему на улице совсем нет людей? Да дурачки эти люди, тут такая погода, они все дома сидят. Хорошо, что мы не дома, а то дома скучно. Эй, пацаны! О, смотри, вон Ёня там стоит. Ты чё там прячешься, братик? Не кричи, идите сюда, срочно. Чё такое, братик? Короче, пацаны, на меня только что зомбак хотел напасть. Я от него спрятался. Чё ты нам тут рассказываешь, Ёня? Зомбаки в Тернобыле живут. Ну да, фигню не говори, братик. Посмотри туда. Ого, бедный сосед. Так чё, тут реально зомбак ходит? Он соседа укусил. Ну я же говорю, меня тоже чуть не укусил этот зомбак. А пойдёмте посмотрим, что с соседом. А где он, пацаны? Он же тут лежал. Ну он, наверное, в зомбака превратился. И кстати, вон он, прям сюда идёт. Бежим в сарай, пацаны! Вот вы секунды, чё вы этого зомбака испугаясь? А вот теперь я обослатуски. Мина, подождите! А! Не кусай меня, зомбак! Внутри мина какаски! Быстрее уходим отсюда! Классно ты ему пакет на голову надел! Кстати, ты мне ничего сказать не хочешь? Что сказать? Спасибо за то, что я тебе жизнь спас! А, ну спасибо, Ёня! Дебил! Ну чё, пацаны, пока посидим тут, на улицу опасно выходить. А может выйдем и всех зомбаков перебьем? Пацаны, смотрите, вон Паска-ботаник по улице ходит! Его же сейчас зомбак укусит. Эй, Пашка, иди сюда, быстрее. Вы зачем тут сидите? Ты чё, не знаешь, что по городу зомбаки ходят? Зомбаки? Их не существует, это выдумки. На нас только что напал зомбак. Вот мы тут и спрятались. На вас напал зомбак? Это всего лишь игра вашего воображения. Ну если не Велес, то иди отсюда тогда нафиг. По теории Дарвина, с научной точки зрения, зомбаков не существует. Пока! Зомби, зомби, их не существует! Это что, зомби что ли? Вы были правы! Там зомбак возле сарая! Что делать будем? Ищем себе оружие, пацаны!
Подпишись за братиков, за батю комментарий напиши, за Борьку лайк и колокольчик, если ты не пончик. Если ты не пончик, подпишись, если ты не пончик, лайк поставь.